13 сентября на Колыме проведут выборы. Избирать будут депутатов в Магаданскую областную думу и во все муниципальные представительные органы области. В связи с эпидемиологическими мерами в этом году отдать свой голос за кандидата можно не только в пунктах избирательных комиссий, но и на дому. Для участия в выборах по месту жительства потребуется за 45 дней до дня голосования подать соответствующее заявление. В таком случае участник избирательной комиссии придет до двери избирателя и со всеми мерами медицинской безопасности проведет мобильное голосование. Сегодня любой житель Магаданской области, вне зависимости от того, где он на территории области зарегистрирован, а фактически находится, получит возможность за 45 дней до дня голосования написать заявление и проголосовать по месту своего фактического нахождения, но в пределах территории Магаданской области. Понятно, что если он будет голосовать за пределами своего округа, он получит не два бюллетеня, а один. Для участия в выборах по месту жительства избирателю необходимо подать заявление в отдел МФЦ, территориальную избирательную комиссию или по онлайн-порталу госуслуг сроком не позднее 45 дней до назначенного дня выборов 13 сентября.